Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу с вами вместе выкрасить гель-лаки Розалинд с сайта AliExpress. Ну и поехали! Номера цветов я буду вам называть по факту уже выкраски. Так, первый цвет 22. Давайте посмотрим вообще сначала тюбики. Бутылочки маленькие. Объем у них заявлен 7 мл, но они приходили все полные были, поэтому я думаю, здесь 7 мл есть. Бутылочка стекло. Сзади есть информация, вся на английском языке. Так, по срокам годности. Ничего здесь не написано по сроку годности. Ну вот написано, что от 30 секунд до 2 минут сушить, смотря в какой лампе. Итак, давайте приступим. Первый цвет 22. Гель-лаки этой фирмы, они такие густые. Я люблю густые гель-лаки, не люблю жидкие. Эти никуда не затекают и плотно, хорошо ложатся. Они такие, я не знаю, они не кремообразные, какие-то маслянистые, не маслянистые, что ли. Так, давайте выкрасим первый цвет. Плотность этих гель-лаков хорошая, мне очень нравится. Посмотрите, в один слой, как хорошо перекрывает типс. И он быстро и очень хорошо самовыравнивается. Так, следующий цвет. Ну, наверное, 0,9 или 60. Ну, наверное, 0,9. Такой зеленый. Консистенция точно такая же. Кисточки у этих гель-лаков мне тоже нравятся. Они вот видите, тоненькие, плоские. Ими удобно наносить. Ну вот зеленый, он хоть и густой, вроде бы как бы и плотный, но он немножко... подпросвечивает, полосит, то есть, но опять же он хорошо выравнивается. То есть тонким слоем, слишком тонким слоем его не нанесешь, надо слой погуще. Но в два слоя все, я думаю, хорошо будет. Так, номер 52. Такой желтый, но он как бы приглушенный, он не ярко-желтый, как разбеленный, что ли. Тоже густой. И он такой же, как зеленый. Ну, вот такие цвета, они, в принципе, наверное, практически все такие. Ну, есть, естественно, есть у некоторых фирм, которые прям плотно в один слой перекрывает. Но здесь два слоя нужно будет в любом случае наносить. Так, 48 цвет. Если 22 первый, который мы наносили в один слой, можно. Но зеленый, желтый в два слоя. Такой серый цвет. Мало взяла материала на кисточку, и он плешивит немножко. Сейчас побольше нанесем. Вообще, если наносить два слоя, я думаю, ну, слишком толстым и не надо. Зато будем уверены на 100%, что у нас все просохнет. И в два слоя все перекроется. Так. Ой, тут уже подстерлись этикетки у меня. 0,4. Я заказала еще цвета. Жду. Вот этот мне вообще очень нравится. Гель-лак. Он такой, я не знаю, цвет. И не... Ой, господи, девочки, что я крашу? И не баклажан. Какой-то фиолетовый.
И что интересно, я когда вот так его смотрю, я не вижу ничего. Обычный цвет и цвет. Когда я наносила себе на ногти его, ну, покрасила, да, цвет нормально. И при искусственном освещении, когда я нечаянно увидела, в нем мелкий-мелкий-мелкий-мелкий такой микрошиммер, который вот просто при дневном освещении не заметен. Ну, вот это пятно, это просто я с обратной стороны мазанула. Так, и 29-й. Вот этот у меня уже заканчивается, я на него подсела. Мне он очень нравится. Мы в какой-то распаковке этот гель-лак с вами выкрашивали. Ну, здесь уже все кучка решила выкрасить. Он такой молочно-розовый. Он прозрачный, полупрозрачный. Но он такой классный. Вот он у меня на ноготках, но нанесен на камуфлирующую базу. Мне он очень нравится. Такой, вот на типсе его практически не видно. Такой нежно-нежно-розовый такой молочный цвет. Красивый. Так, на просушку и второй слой. Итак, наносим второй слой. Вот смотрите, вот этот гель-лак, он на один слой практически идеально лег. Наносим второй. И на ноготках он очень красиво смотрится. Вот вторым слоем все просто супер. Что-то где-то мусор какой-то нацепляла. Выравнивается махом. Да что ж такое с фокусом? Так, зелененький наш. Видите, он маленько подпросвечивает. Так, посмотрим вторым слоем. Ну вот вторым слоем все хорошо перекрылось у нас. Все отлично. Так, желтый. Желтым я красила, есть на видео у меня. Ой, на канале есть видео. По-моему, дизайн кандибол, по-моему, что ли. Там я как раз делала маникюр с зеленым вот с этим и с вот этим желтым цветом на нарощенные ногти. Так, тоже вторым слоем все хорошо перекрыла. Серенький. Не знаю, вот заказывала буквально вчера. Думаю, еще закажу несколько цветов себе этой фирмы. Как-то в Виналисе что-то я подразочаровалась маленько. Решила подзаменить цвета. И многие пишут, что вот слишком плотный, густой, тяжело наносить. Не знаю, девчонки, мне вот честно, мне наоборот очень нравится. Он не бежит никуда, не утекает, не растекается, хорошо выравнивается. И тонким слоем его прекрасно можно нанести, и потолще. Меня абсолютно устраивает эта фирма гель-лаков. И как для домашнего использования вот эти будут, ну, они просто идеально, они не застоятся, они не испортятся, то есть вы их выкрасите для себя, на себя. Если еще делаете там маме, подруге, то вообще они у вас уйдут. Вот у меня вот этот вот, вот именно вот этот вот 29-й. Я на себя только его выкрасила весь. Ну, в принципе, на все руки я делала на нарощенные, на длинные.
вот этот вот гель-лак, потом тогда и два раза делала, ну, уже вот на короткие. И у меня здесь еще надолго хватит. Ну, как надолго? Ну, еще на маникюра 2 точно мне его хватит. Он уже заканчивается. Я заказала про запас. Итак, отправляю сушить. Так, я просушила, покрыла топом, высушила. Давайте посмотрим поближе. Итак, здесь у нас зеленый. Все прекрасно перекрыл. Отлично. Это цвет 09. Серенький. Тоже отлично все перекрыл. Красота. Да что ж такое с фокусом-то сегодня? Это 0,48. Желтый. Ну, все отлично. Тут заляпала маленько, в лампу уложила. Так, желтый у нас 52, 0,4. Вот этот пыльно-розовый. Классный цвет, такой какой-то кремово-розовый, не знаю, вкусный такой цвет. Так, 22 это у нас вот этот фиолетовый с шиммером. Жалко, что вам не видно этого шиммера, но его не видно в принципе. Его видно только при искусственном освещении. Он как бы изнутри мелкий-мелкий-мелкий. Очень красиво смотрится. И 29 вот этот молочный нюд. Классный вообще. Обожаю этот цвет. По этикеткам, которые наклеены на бутылочках, как видите, с цветами они не совпадают, потому что вот этот ближе к этому, но это у нас вот этот вот фиолетовый цвет. Поэтому на этикетки внимания не обращайте, обращайте внимание на номера. Подводим общий итог. Гель-лаки классные, бюджетные. Они стоят от 60 рублей бутылек, вот такой маленький. В нанесении никаких проблем вообще, ну, у меня не возникает. И в носкости тоже. Всем советую. Ссылки будут под описанием. Прошу прощения, будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если было полезно видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео.